Всем здорова, чуваки, с вами я, Пандос Фиксович, и по названию видеоролика вы поняли, что я поймал еще одного кумира дня рождения. На разогревчик у меня для вас есть паки за 20-0. Респект моему бустеру, который сделал этот результат, собственно, предлагаю вам посмотреть, что мне там дропнулось. А смотреть тут особо не на что, потому что ничего хорошего не упало, сами понимаете, награды это полный рандом. Собственно, на моем примере вы можете видеть, что даже 20-0 вам не гарантируют хоть сколько-то адекватные награды. Поэтому делайте 9-1 с победы и не парьтесь. Ну и, собственно, друзья, вы готовы увидеть кумира, который упал мне? Я думаю, что вы не готовы, друзья. Это, друзья, Ривалдо в аренду. Какая шутка. Ну и мне, друзья, осталось напомнить вам о моих спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Пари. На сайте у Пари вы найдете широчайший выбор спортивных дисциплин, высочайшие коэффициенты. Ну и, конечно же, друзья, если вы еще пройдете верификацию до конца, получите шикарный бонус — фрибет в размере 1000 рублей. Ссылка будет в закрепленном комментарии. И всем удачи. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Ну и, собственно, давайте небольшая предыстория. Как я поймал этого кумира, я наскреб себе 10 пиков, начал их открывать, думал, что-нибудь классное поймаю, вставлю видеоролик, ничего интересного не поймал и закончил видеозапись. Так, друзья, я тут съемочку прекратил и на фоне щелкал еще пиксы, посмотрите, что мне упало. Это просто охуеть. Куман, за которого я очень хотел поиграть. И обратите внимание, опять центральный защитник. У меня тут Рубандиш сидит, которого некуда пихать. Тот же Мальдини, Упамекана, теперь... Мне Куман падает. Статки просто космос. Это одна из самых интересных карточек в новом промо была. Как вы знаете, я тот еще любитель лонгшотов. У него есть трейд на лонгшоты. У него есть сила удара 99, дальние удары 95. И, собственно, сейчас осталось нам, друзья, набросать составчик для того, чтобы пойти и затестить его. Ну что, друзья, я покрутил, повертел тут и, как мне кажется, собрал интересный состав. На воротах Дехея, справа Эмерсон Роял, за который я не играл, 5 звезд финты. Также Ерай, который каждому падал, собственно, как и мне, тоже финты 5 звезд. Рядом, собственно, Куман, которого мы будем передвигать на ЦПшника. Слева Фирпа, который, собственно, был удачно взят за 20-0 в Викинг-лиге. Справа у нас на опорнике Коке. Рядом Райс, вот как раз-таки Райс будет передвигаться на позицию ЦЗшника, а Куман будет на ЦПшнике. Справа у нас Лингард, карточка из заданий. Ничего интересного по статкам, но почему бы и нет. Слева Митома, тоже за него ни разу не играл. Будет интересно затестить эту карту. Ну и на форварде Жиселю, тоже из заданий, 5 звезд финты. И, собственно, Антонио, которого я собрал в СБЩ. Ну и в целом, вот так вот фаново, интересно выглядит склад. В самом матче, собственно, вот так вот все это дело будет выглядеть. Наверное, на правого ЦПшника поставлю Кумана и будем хуярить за него лонгшоты. На результат в целом похер, я просто хочу получить удовольствие от этой карты. Так, первый соперник, Уэйн Руни и куча розовых карточек. Возможно, чувак только начинает играть. Это как раз то, что мне нужно. Так, Коки. Вот такой финт. Бля, у меня столько пятизвездочных игроков, конечно. Опа, Куман. Вот оно! Вот оно! Летело хорошо. Так, Митомыч. Митомыч бежит. Вот оно, вот оно. Вот сейчас чувствую. О-хо-хо-хо, друзья! Не зря я это чувствовал. Блядь, ну слушайте. Летело прям охуеть как круто. Опа. Ну-ка. Пиздец! Это чё нахуй? Просто два удара подряд, ебать. Ну все, пацаны, я нашел карту своей мечты, кажется. Бля, соперник вообще там в ахуе, наверное, прикиньте, а он еще только играть начал, блядь. И сразу же попадается тип, который с центра поля голы забивает. Ебать, он в ахуе сейчас, наверное. Реально, представьте себе ситуацию, это же чел только начал играть, судя по составу. Какой ахуй у него в голове. Он сейчас подумает, что это мета. Будет пытаться с центра поля хуярить. Ладно, он нам тоже забил. Что-то пацан умеет. Сейчас кофейка выпью. Тут, слушайте, соперник что-то проснулся. Блять, нет. Пиздец. Киберспортивная поза. Бля, он Кумана уже пиздит моего. Он разгадал мой хитрый план на игру. О, он тоже захотел сейчас шотпауэром уебать. Фокус на игроке, посмотрите, друзья. Сама FIFA на меня фокусируется, знает. Кто главная звезда в сегодняшнем выпуске? Опа, вот оно. Вот оно. Бля, ты заебался своими подкатами. Вот оно. Да не, бля, это невозможно. Нахуй, бля, он сразу подкат летит. Так, ладно, ты меня заебал. Давайте просто уже забьем ему. И постараемся выиграть в этом матче.
так вот крутимся, вот так вот делаем. И еще солю забивать. Первый матч закончен, я под большим впечатлением. Смотрите, какая траектория, это первый гол. Вау, просто как он вот так вот закрутился. Ну тут уже что-то похожее на наклбол, посмотрите, как мяч. Да, это наклбол прям, смотрите, как он летел, охуеть. Что за траектория, я в ахуе. Ну тут голкипер нихуя поделать не мог. Так, что у нас тут дальше? Санчес, Жоржиньо, БП. Два Санчеса в атаке. Так, чувствую, этот соперник не даст мне побить лонгшоты. Это какой-то задрот ебучий. 1-0. Как он катает, это просто ебаный потный хуй. Как тут пофанишься, блять? Ничего вообще сделать не могу. Как ты меня заебал. Даже когда мяч я у него отнимаю, все равно он на ногу отлетает, блять. Ну ебаная игра, иди нахуй, блядь. Да иди нахуй, блядь, ну я даже так не могу отобрать мяч, блядь. Сука, это просто пиздец. Вы это видите? Вы это видите, блядь? Вы это видите, блядь? Это пиздец, блядь. Как нахуй этот ебаный мяч отобрать у соперника? Слава богу, мы это сделали. Ладно, давайте попробуем. Один... Забить вот так вот. Толкай хорошо, Куман. На нахуй. Блять. Так, ну давай теперь я покатаю. Блять. На нахуй, блять. Поиграем, блять. Бежим. Дальше, блять, как тяжело он к этому мячу ушел. Как будто скрипт не захотел, чтобы я дошел до этого мяча. Тут заброс, блять, на ебаного Мбаппе, которого, естественно, мяч не отберешь. Ну, естественно, мой голкипер, блять, делает вид, как будто в него, блять, со снайперской винтовки выстрелили. Это очевидно, БП же, блядь, у мяча. А мы попробуем вот так вот захуярить. Блядь, Куртуа сейчас охуел. Опа, подарочек подъехал. На! О-хо-хо! Как залетело, друзья. Вот ради этого гола я играл. Отличный удар. Блядь, 62% на 38. Этот хуй как будто, блядь, я не знаю, 19-0 шел. И это была решающая игра всей его жизни. Так, что за состав? Далглиш, Жоржиньо. Ой-ой-ой. Бля, как все пролетели. Ну, ёбана рот. Так, ладно, похуй, мы не сдаемся. Вот так вот. Ебать, Эдерсон. Так, ладно, нам бы хотя бы забить, чтобы не обосраться. Вот так вот делаем. Пфф, какое говно, коряво я забил. Опа, вот оно. Бля, как близко. Вот так вот делаем и хуярим. А, нет, не хуярим. Мы на дриблинге тут пройдем вот так вот, оп-оп-оп. И вот так вот хуярим. Так. Да ёб твою мать, как этого Эдерсона пробить? Ну это пиздец, уже не смешно. Нихуя ты меня наебал, ты чё, блядь, охуел? Не, ну после такого тебя надо обыграть, блядь, не ебёт. Он издевается уже надо мной. Просто, бля, издевается. Игра тоже издевается. Опять, блядь, сколько отскоков на ногу. Бля, меня бесит эта игра, нахуй. Вот оно. Вот оно, Антонио. Антонио, пожалуйста, спасибо. Антонио забил. Это радует. Как у него этот пас прошел. Просто, бля, охуеть. Посмотрите, на такого тоненького. Да хорош смотреть себе повтор. Блять, я пизда нахуй. Я тебе отвечаю, я еще выебу, блять, я выебу. Я сказал, я выебу, значит выебу. Смотрите, бля. Показываю один раз. Одна атака. Один гол. Две минуты. Блять, повторы будешь смотреть. Гнида, блять. Соси хуй, блять. Соси хуй, блять. Сила духа, блять. Давайте еще один забью сейчас. Что это было, блядь? Блядь, пожалуйста. Диаби. Просто хороший пас дай. Антонио, ты кусок ебаного говна. Решил просто пробежать, блядь. Последняя атака. Я чувствую, что надо дать пас. Отлично, Куман. Только, сука, попробуй. Ну а нахуй, блядь. Иди, блядь, куда-нибудь там, я не знаю, блядь. Прогуляйся, подыши свежим воздухом. Так, ну чё, победа, блядь. Антонио 1 плюс 2, Куман 2 плюс 1. Нормально. Попины и шаг в атаке. Ну вот сейчас давайте попробуем. Не, ну это нечестно, я считаю. Ну ладно, хорошо. Можно и так, отскочило прям на ногу. О, какой заброс на Антонио. До свидания. Оп, оп.
Как вам гол, друзья? Оцените по 10-бальной шкале в комментариях. Опа, смотрите, как он бежит. А он хочет забить, видимо. Бля, опять перекладина, блядь. Чё-то сотрясает, блядь, постоянно перекладины и штанги, Куман. Как догнать Кулушевский? Ну, блядь, какой пейс у ебаного Кулушевский? Хули он так бежит, блядь? Хорош дыхе. Я думал, сейчас первым ударом мне занесет. Так, Куман бежит. А зачем бежит? Сейчас мы с вами узнаем, зачем бежит. На, нахуй. Вот зачем бежит. Так как этого Кулушевский догнать? Бля, пиздец, меня дыхе просто спасает. Как... Я не понимаю, как Кулушевский с такой скоростью каждый раз от меня отрывается. Вот честно, не могу понять. Так, ну чё, ГГ, 2-0. Нихуя, Мартинес. О, у него тоже Куман есть. Ривалдо у него собраны, Мбаппе собраны, Карлос, Лусио. Ебать состав, но в атаке Бенедер. Вот этого мува я чё-то не понял. На нахуй, бля, 1-0. Вообще не почувствовал. Лингард. Куману-Кумана отнял мяч. Куману-Кумана отнял мяч. Звучит как скороговорка какая-то. Опа, спасибо. Вот это приятно, между прочим. На нахуй, бля, жусалю. Блять, я не знаю, не везет ему просто. Ну, очень много ударов прям, которые классные, хорошие, сочные. Вот, хорошо забегает. Ну вот оно, ну вот оно. Ну вот оно. Ай-яй-яй. Блядь, Дехе снова! Отскоки, отскоки на ногу, бля. Ну-ка. Вот оно, друзья. Это кикофная, блядь. А может еще один? А может еще один? Ха-ха! Бля, если стреляет, то стреляет сразу два подряд. Ёбаный дробовик, посмотрите, как принял. Не, ну, Мартинезу, видимо, легче забить, нежели Эдерсону. Ебать, вот эта пушечка под перекладину. Не, вы ебало представили моих соперников, когда им центральный защитник дублем забивает двумя ударами подряд? Ну вот просто представьте ебало. Я вот даже не представляю, как они там в ахуе. Пытается шотпауэром не захуярить. Так, у него тоже Куман. Ну ладно, давай ударь, я отхожу, По-твоему, это удар? Вот это удар. На. Блядь, я за мячом просто не успеваю, блядь. Понимаете, мяч быстрее камеры пошел. Я даже не понял, как этот гол залетел. Ну, понятное дело, соперник тут уже выбрасываться начал. У него полный тильт, я думаю, после такого уж точно. Просто хэт-трик от Кумана. Я думаю, что после этого матча чел явно постарается Кумана подвинуть куда-нибудь к центру поля. Давайте, красиво закончим. Ух! Могли покер оформить под концовочку. Ладно, и так нормально. Куман, ну, естественно, лучший игрок матча. Да, аркада, да, это нереалистично, но я кайфую. Я просто представляю себе ебало моих соперников, когда Куман, блядь, нахуй с центра поля хэт-трик оформляет. Посмотрите на эту пушку, просто посмотрите, какая траектория, охуеть просто. Так, ну что, финал достигнут, давайте подведем итоги данного видеоролика. 7 матчей, 8 плюс 1. Из одного я ливнул, второй был подарочный, получается за 5 матчей 8 плюс 1. За 5 матчей 8 плюс 1 для ЦЗшника, который играл на ЦПшнике, это охуеть как круто. Статки действительно пиздатые, в паре, я думаю, их можно будет поставить, чтобы соперники прям... охуевали от жизни. То Карлос будет хуярить, то Куман. Так что Куман — это разъебистая карта. Сколько она там стоит? 500 тысяч. Свои 500 тысяч она оправдывает прям на все 100%. Он и отобрать может, и паса дать может. Держать на, опять же, позиции ЦЗшника такого игрока и не сделать ему доп-позицию ЦП. Ну, Яшеньки, вы что, охуели, блять, нахуй? Типа, это та карта, которая, ну, по-любому заслуживает дополнительную позицию. Ну, хотя бы ЦОП бы сделали. Но я думаю, тогда эта бы карта стоила бы около 1.5 ляма. Ну, лям плюс, вот так вот. Так, ну, по остальным ребятам особо говорить нечего, потому что зачастую я играл именно за Кумана. Ну, никто сильно не удивил, никто сильно не разочаровал. Там Лингард 3 плюс 2 сделал, вот этот Жеселю 4 плюс 2.
Антонио 2 плюс 7, Митома 2 ассист. Ну, короче, все что-то делали. То есть не было такого, что кто-то прям вау выделялся, и не было такого, что кто-то был невероятным говном. Но Куман это разъеб, друзья, я реально до сих пор под впечатлением от того, как он играет. Поэтому и в дальнейшем буду стараться заигрывать его в основке. В общем-то, друзья, такой ролик получился. Фановый, веселый. Надеюсь, он вам понравился. С вами был я, Пандос Фиксов. Еще ставьте какой-нибудь классный комментарий. Ваш Лукас. И всем хорошего настроения. Чао, какао.